проспекта Паскаль, без изменений. Сообщите получение ГАЛФ, Калининград, Храброво, Атис. Информация. ГАЛФ 1241. Заход бор ДМЕ. ВПП 24. Мокрая. Сцепление 0,55. Эшелон перехода 0,50. Контрольная высота 1445 метров. Ближний не работает. ИО не работает. Огни приближения не работают. Первые 150 метров. ВПП 24 не используется. Рабочая длина ВПП 24 2350 метров. Перелет птиц в зоне взлета и посадки. Ветер у земли 160 градусов 7. Порывы 10. Высота 100. Ветер 170 градусов 10. Круг. Ветер 180 градусов 10. Условия хорошие. Температура 8. Точка росы 6. Давление 7,5 миллиметров. 1,007 гектопаскалей. Без изменений. Сообщите получение ГАЛФ.